Добрый день, зовут меня Валерий. Я работаю ведущим разработчиком в компании «Региональные медиа». Ну, мы, как и многие из вас, занимаемся разработкой сайтов, делаем собственные решения какие-то, ну и, естественно, мы все это дело поддерживаем. Вот. Сегодня я расскажу, как мы подошли к разработке, как мы подошли к организации фронтенда на наших проектах, чтобы облегчить нам как и быстрый старт нового проекта, так и поддержку существующих, и как можно потихоньку, ну, точнее, не потихоньку, а как можно перенести проект со стороны фронтенда на более удобную структуру, чтобы не было потом мучительно больно. Начнем с того, что веб наш, он развивается непрерывно, появляются ежедневно новые стандарты, устройства, например, можно сейчас в интернет ходить с наручных часов. Естественно, все это учитывается дизайнерами, специалистами по user experience. И, естественно, нам тоже нужно как-то от этого всего не отставать и быть, так сказать, на гребне волны технологий. Вот картинка. Это с сайта caniuse.com. Здесь, например, показано, как современные браузеры поддерживают существующие на данный момент технологии. Ну, в данном случае CSS. Ну, мы видим то, что все, что написано в спецификациях CSS, поддерживается в среднем на 3/4, не считая там замечательного нашего браузера Internet Explorer, у которого все по-своему. Ну, уже сказал, что мы в региональных медиа чем занимаемся. Сейчас расскажу, как мы прокачали фронтенд. Мы занялись такими вопросами, как шаблонизация HTML, CSS препроцессинг, автоматизировали некоторые рутинные задачи и ввели контроль версий. Ну, не только во фронтенде, а вообще. Если у вас нет контроля версий, то желательно его заиметь. Ну, начнем с того, что за отображение контента на страницах отвечают у нас по-прежнему технологии HTML и CSS. Ну, что означает, что сверстать страничку мы можем в довольно-таки древнем Notepad++ и нарезать для нее картинки в Adobe Photoshop, тоже не самым свежим. Ну, как бы суть не в этом. Это все, естественно, это можно все так сделать. Ну, не забываем, что HTML и CSS — это языки разметки, не языки программирования. Они очень, очень ограничены и не позволяют делать некоторые вещи. Поэтому я предлагаю не ограничиваться только вот этими двумя штуками, но воспользоваться некоторыми инструментами для того, чтобы облегчить себе жизнь, перекинуть на них некоторые задачи, которые довольно-таки рутинные, утомляют и впоследствии более лучше разрабатывать фронтенд. Первым делом мы должны, первым делом мы определились с методологией, по какой будет у нас делаться наша верстка. Соответственно, некоторое единообразие. Потому что до этого на каждый проект он как-то совершенно по-разному подходили к каждому сайту. То есть здесь мы сделаем вот так, вот здесь вот сверстаем флотами, здесь делаем инлайн-блоки, тут напишем все айдишниками, здесь классами и т.д. и т.п. То есть человек после некоторого времени, вернувшись к старому проекту, он совершенно должен потратить много времени, чтобы перестроиться на то, как оно было у него раньше, и начать это все дело снова поддерживать или развивать. Поэтому такое предложение от нас — это выбрать методологию для начала. Четыре отобрал тут представителя, из которых мы выбирали. Это объектно-ориентированный CSS, модульные и расширяемые CSS, таблицы стилей, абсолютно независимые блоки и многослойная архитектура CSS. Вот первые два подхода довольно-таки популярны по всему миру. Абсолютно независимые блоки, тоже что называется BEM, придумали в недрах Яндекса. Вот. И многослойная архитектура MCSS используется в Одноклассниках. Автор ее Роберт Харитонов.
Ну, по всем вот этим темам можно очень долго рассказывать, их особенности, преимущества, недостатки. Их объединяет у нас одно. Ну, не одно. Вот эти пункты их объединяют. Это принцип DRY, Do Not Repeat Yourself. То есть не повторяем себя. Мы стараемся свести к минимуму копипаст, переиспользование каких-то больших кусков кода, раз за разом копипастить их. Второе — это разбиваем архитектуру на небольшие модули. То есть, ну, в случае с каскадными таблицами мы работаем не с одним огромным файлом, который через некоторое время жизни проекта разрастается до каких-то нереальных размеров, и чтобы там что-то поправить, нужно очень долго в нем разбираться. А мы делимся на небольшие модули и работаем с ними. Это также помогает работать в команде, потому что возникает меньше конфликтов, когда один человек меняет что-то в стилях, потом другой, потом третий все перезаписывает и все пропадает. Вот такого стараемся избежать с помощью вот такого подхода. Ну, у каждой методологии есть свои правила. У нас определяются стиль именования классов, какие блоки за что будут отвечать на странице. Ну, как, допустим, мы можем тег I использовать для иконок и больше ни для чего на свете. Просто вот он будет делать у нас это. И курсив мы им не будем отображать, курсив у нас будет EM. И все методологии так или иначе заточены на масштабируемость. То есть с ростом сложности проекта у нас по-прежнему наша структура будет позволять легко в нем разбираться, ориентироваться, быстро вводить в курс дела новичков. Вот мы у себя остановились на блок-элемент-модификатор BEM. Он позволяет нам собрать у себя со временем базу реиспользуемых блоков. То есть мы в определенный момент мы начали большую часть типового контента сайта собирать уже из готовых блоков, просто переписывая слегка таблицы стилей. BEM позволяет нам также очень наглядно показывает семантично зависимость элементов на странице. Вот, например, у нас тут четко видно то, что любую страничку можно разбить. Вот, например, блок head, логотип у нас является блоком, форма поиска, форма навигации. Это все блоки. Блоки, в свою очередь, содержат элементы. Элементы — это у нас, например, пункты меню. Вот. Они имеют смысл только внутри этого блока. То есть меню item сам по себе он бесполезен, а вот работает он только внутри самого меню. Вот. Также у блоков есть модификаторы. Ну, как у блоков, так и у элементов модификаторы есть. Вот здесь модификатор — это, например, вот этот таб под номером 3, он у нас является как бы выделенным. То, что он выделен, мы обозначаем непосредственно модификатором. Ну, вот в коде вот, без картинок все это выглядит вот так вот. Ну, с одной стороны, это очень наглядно. Мы сразу видим вот здесь, что у нас есть форма, в форме есть input и в форме есть submit. И вот в CSS мы можем все это дело поправить, ну, в одном и том же месте и быть уверенным, что больше ничего у нас это не затронет на проекте. То есть поменяются только вот блоки, которые относятся к форме. Вот. Теперь перейдем к шаблонизации HTML. HTML — это тоже у нас язык разметки. Писать HTML скучно, долго. Со временем, опять же, возьмем какой-нибудь интернет-магазин, держать верстку порядка 30-40 страничек различных просто в статике и поддерживать все это становится очень напряжно. Ну, поэтому все, как бы, выход. Мы абстрагируемся от HTML и используем какой-нибудь шаблонизатор или прекомпилятор, чтобы сделать все немножко проще. Вот здесь пример. Это шаблонизатор Jade, написан на Node.js. Он очень-очень сильно упрощает структуру HTML, убирает лишнее. Также, ну, здесь у меня не показано, добавляются переменные, циклы, хелперы так называемые. То есть можем
вынести что-то, что у нас будет очень часто повторяться, например, какой-нибудь пункт, какую-нибудь новость, и загнать ее в цикл, и просто вместо того, чтобы 15 раз выводить блок с новостью, просто прогнать цикл и все, один раз все это дело написать. Но мы пошли немножко дальше. Мы решили миновать этап верстки, то есть верстки статической. Раз уж мы все равно работаем с Bittrex, мы сразу, у нас фронтенд-специалист работает в условиях максимум приближенных к реальным. Ну, это не означает, что верстальщик определяет, пишет компоненты и делает какую-то сложную бэкэнд-структуру. Он работает только с шаблоном. Таким образом, мы убираем такую вещь, когда делается какая-то оперативная правка, она делается сразу, ну, это, конечно, плохо, она делается сразу на живом сайте, и, по идее, она должна перенестись у нас оттуда, ну, как hotfix. Мы должны ее добавить как в наш девелоперский сайт, и также добавить ее, эту же правочку фронтендную, добавить в статическую верстку. Вот, как правило, это да, так надо делать, но, как показала практика, никто так не делает. Вот. Никто, конечно, нет. Сложно добиться такого. Вот. CSS тоже довольно-таки ограниченный язык, несмотря на то, что из него можно делать очень много сейчас крутых вещей благодаря CSS 3. Все-таки не хватает в нем таких замечательных вещей, тех же самых переменных, функций, циклов, условий, миксинов. Ну, на помощь нам приходят препроцессоры. Наиболее яркие представители — это SAS, Stylus и LESS. Ну, они слегка отличаются, но суть у них одна. Мы пишем на каком-то диалекте и на выходе получаем обычный CSS-файл. Вот, например, написали вот что-то вот подобное. Вот это вот в терминах BEM именования. Вот у нас есть блок newsList и есть newsList item. Это элемент данного блока. У нас, ну, сразу из верстки понятно примерно, как выглядит структура. И вот на выходе получаем вот это вот. Вот здесь видно, что мы не пишем вот каждый раз такие вот длинные названия классов, а вот благодаря вот такой вот особенности данного препроцессора просто табами, отступами указываем, как у нас именуются данные классы. Вот. Ну и опять же вот определяем переменными, например, в данном случае цвета текста. Как бы, ну, для нарезки макета из Photoshop тоже существуют различные здоровские инструменты, которые сильно облегчают жизнь. Наиболее два ярких представителя — это PNG-head и CSS-head. Первый представляет нам удобную возможность импорта изображений из нашего макета, который нам дизайнер прислал. Вот. То есть мы можем указать папочку, куда будут у нас файлики складываться. И очень удобно выбираем, например, какой-то слой, жмем на кнопочку «Сохранить». Нам этот плагинчик его автоматом обрезает, сохраняет в нужном формате, в нужную папку с нужным именем. И дополнительно все это дело оптимизируется. И в том числе можем сразу получить в Base64 для вставки непосредственно в код изображения. Вот CSS-head позволяет нам, ну, как вот отсюда видно, сразу из Photoshop получать готовые CSS-стили для элементов. Это сейчас очень-очень актуально, потому что, ну, благодаря CSS 3 мы можем без картинок указывать различные градиенты, скругления, прочие вещи на страничке. Вот. Ну, изначально в Photoshop не посмотрели, допустим, тот же border radius, не написано, что вот это border radius, он будет у нас вот такой вот. Ну, нужно все делать на глаз. Вот данный инструмент позволяет вот избежать такого вот. Ну и опять же, CSS-градиенты имеют такой довольно-таки сложноватый синтаксис. И у них здесь мы, получается, автоматизируем процесс вот получения всех этих данных из макета PSD.
Также существует пока что в качестве беты инструмент от Adobe, Adobe Extract называется. Там мы непосредственно в облако заливаем PSD-файл и работаем с ним не как дизайнер, а вот как кодер. Можем экспортировать изображения в различные форматы, получать также стили, вот как вот, ну, то же самое, только в облаке. Вот, спрайты. Спрайты — замечательная технология, и довольно-таки утомительно делать их вручную. Вот. Ну, конечно, есть плюсы у создания спрайтов вручную, но это занимает много времени, что все эти преимущества перекрывают. Ну, например, утилита SpriteSmith позволяет нам собрать все картинки, которые мы соберем в спрайт, в нужную нам папочку, запустить эту утилиту, получить нужную картинку и нужные нам стили. Вот. Работа со сторонними библиотеками тоже есть тут поле для оптимизации. Например, можно то же самое jQuery подключить, как на сайт. Сходить на сайт jQuery, скачать файлик, залить его к себе на хостинг и пользоваться. Вот. Затем файлик нам потребуется когда-нибудь обновить. Нужно опять повторить всю эту процедуру, пойти, сделать все то же самое. Вот. Появился какой-нибудь багфикс, мы все это дело повторяем. Вот. Ну и также в случае, если мы используем Content Delivery Network, то, соответственно, тоже мы указываем обычно явную версию, либо последнюю версию. Не всегда последняя версия нам подходит для разработки. То есть могут выкатить библиотечку, сказать, что там все ок, все работает. Из CDN у нас грузанулась последняя версия, и бас, сайт полностью утратил свою работоспособность из-за того, что там кто-то забыл запятую поставить. Вот. Ну, благодаря менеджерам пакетов мы можем автоматизировать весь этот процесс и, грубо говоря, из командной строки обновлять все зависимости, все сторонние библиотеки, которые используются у нас на проекте. Оп, все сломал. Так, вот. Так, вот пример конфигурационного файла для пакетного менеджера NPM. Вот здесь у нас указан некоторый список различных сторонних решений, которые используются на проекте. Дополнительно мы там указываем нужную нам версию. Также мы можем очень гибко контролировать, какие версии мы будем получать. Мы можем указать конкретную версию, можем указать, что работаем в пределах определенного релиза, определенного багфикса, или даже просто скормить ему вот репозиторий из GitHub, или, ну, вообще любой Git-репозиторий. Вот. Ну, можно подумать, что вот мы себе прибавили работы, добавив в процесс разработки вот эти вот все различные прекомпиляторы, препроцессоры, генераторы, модификаторы. Вот. Ну, да, работу мы себе прибавили, но мы можем легко ее поручить нашему компьютеру. Для того, чтобы автоматизировать все вот эти задачи, существуют так называемые таскранеры или сборщики проектов. Вот наиболее яркие представители — это вот Grunt.js и Gulp.js. Они позволяют нам, ну, самое базовое — это преобразование CSS, склейка файлов джаваскриптовых, их минификация для использования в продакшн. Ну, это такие, ну, наиболее базовые задачи. На самом деле все там намного круче. Для Grunt'а он у нас является самым популярным фронтенд сборщиком проектов. На данный момент существует более 4000 плагинов. Ну, не все из них, можно сказать, полезные, но вот количество впечатляет. То есть на любой случай жизни, скорее всего, вероятно, есть уже какой-нибудь плагинчик. Единственный, у Grunt'а есть недостаток, он работает с файловой системой, что… То есть постоянно мы, когда преобразуем какие-то файлики, мы вынуждены сохранять их на диск. Вот, например, пример задачи. Здесь мы вот преобразовываем из стайлуса в CSS. Мы указываем некоторые опции, указываем, какие файлы мы берем.
и куда мы их потом, куда мы потом заливаем итоговый результат. Вот. Gulp.js — это его ближайший конкурент. Он быстрее, но менее популярный. И в нем, ну, уже, как видите, более 1000 плагинов. Допустим, в начале 2014 года было порядка пары сотен. То есть не все кейсы могли быть покрыты уже из коробки. Вот. Его преимущество — он работает с потоком. Мы скармливаем данному менеджеру, данному task-builder'у набор файлов и начинаем выполнять некоторые над ними преобразования. Вот. В данном случае также делаем файл стилей. Выбрали какой-то файл и применили к нему некоторые задачи. Итого, что мы делаем, чтобы делать классный фронтенд? Мы сразу делаем шаблон, используем инструменты для сборки, подключаем сторонние библиотеки из NPM. Все мы храним в папке local. Спасибо разработчикам Bittrex за такую возможность. И не забываем про контроль версий. Все у нас хранится в репозиториях, все под контролем. Ну, тут нужно заметить, что мы не храним в репозиториях результат работы данных сборщиков, и внешние зависимости мы тоже не храним, потому что это очень много файлов, очень много всего. Мы храним только те файлы, с которыми работаем непосредственно мы. А все остальное делаем уже в процессе сборки. Ну вот структура обычного шаблона. Это все по-прежнему, все так же, только у нас лежат в определенном порядке стили, в определенном… Все собрано в определенной папочке not modules. Ну, в данном случае из того, что понадобится на фронтенде, это pick a date, плагинчик, который дату показывает, и magnific popup, который делает нам модальные окошки. Вот пример gulp файла. Мы сначала, ну, обычный JavaScript файл, все работает как бы с помощью Node.js. Подключаем определенные задачи вот из предыдущего, вот они у нас уже установлены. Мы их просто подключаем в наш файлик, а затем уже используем по назначению. Вот. Генерируем CSS, собираем JS, генерируем спрайты, оптимизируем картинки и много-много всего. В итоге, что мы получили по итогу? Мы получили единообразную структуру наших всех проектов, которую проще поддерживать благодаря тому, что существуют определенные правила, за которыми легко следить, легко ввести нового человека в курс дела, потому что, опять же, вся документация присутствует, она в открытом доступе, и мы можем быстро стартовать новый проект на основе всех предыдущих наработок. Ну, в планах хотим больше интегрировать наш рабочий процесс с BEM. Существует у Яндекса очень много тулзов для удобной генерации BEM-шаблонов. Внедрить тесты, миграции баз данных и попробовать что-нибудь сделать с непрерывной интеграцией. Но это не только во фронтенде, это в целом, чего хотим добиться от работы с Bittrex. Ну, спасибо за внимание. Все, что мог, рассказал. Два, три. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Я так понимаю, вы используете у себя Gulp и Stylus, да? Да. И вот для спрайтов используете SpriteSmith. Это какая-то… Ну, это тоже плагин для Gulp. Есть Gulp SpriteSmith. Он делает нам спрайты. А код он экспортирует прямо в Stylus? Или, я так понял, в переменные и потом уже переменные? Мы по итогу получаем картинку. Получаем stylus файл, в котором у нас описано, ну,
переменные описанные, и есть там миксинг, который позволяет нам по названию переменной получить сразу, понятно, ну, вот сразу воткнуть код. А вот вы к галпу и стилусу сразу пришли или что-то попробовали до этого? Ну, сначала был грант, он как бы до сих пор есть на одном из проектов, но вот у галпа более такой лаконичный синтаксис, и ну, он реально быстрее работает. А стилус? Тоже, ну, как бы больше ничего не пробовали? Ну, до стилуса был компас. У компаса, ну, компас, он основан у нас на SAS. У него был тогда фатальный недостаток. Он не умел работать с BEM из коробки. То есть вот делать нам вот такие удобные названия классов, блоков, элементов. Ну, сейчас они сделали уже интеграцию с последним SAS. Да, можно они делать. Это сделали, но уже поздно. Нас они потеряли. Понятно. Ну, просто мы на гранте и на SAS. И на компасе. И вот у меня был еще вопрос по шаблонам. Я так понимаю, что вы сразу пишете компоненты битрексовые, да? С шаблонами или как? Ну, сначала делается просто, ну, грубо говоря, шаблон. У нас мы просто делаем хедер, делаем футер, мы и делаем структуру сайта, с которой все это будет работать. Угу. Вот. Ну, если у нас есть возможность использовать стандартный компонент, мы используем стандартный компонент, но с нашим темплейтом, скажем так, с нашим шаблоном компонента. Но меня больше интересуют всякие элементы верстки, типа, например, там, табов, аккордеонов, которые, в принципе, в шаблон ты не загонишь и в компоненты. Мы же не будем хранить контент весь в инфоблоках, или вы все храните в базе? Нет, контент? Ну, мы это все как бы храним. Мы имеем для этого уже готовые стили для табов, для всего для этого. Ну и ну, в планах, конечно, верстку тоже как-то выделить, какой-то код-стайл или как-нибудь еще. Вот. Ну, в целом… Ну, просто там проблема получается… Предлагаю дискуссию маленькую, да, в кулуары перенести, детальку. Есть Хорошо. Еще общие вопросы, друзья, у кого-то? Доброго дня. Я хотел спросить. Вы говорите, что делаете минификацию, CSS, JS, склеиваете это все… до выката, собственно, на сервер. Да. Вопрос зачем? Во-первых, как производится дебаг в пульсированных версиях? Во-вторых, зачем делать склейку до выката на сервер, когда это умеет Bittrex из коробки? Ну, как сказать? Bittrex умеет делать склейку, да? Ну, он делает ее совершенно по-особенному, но иногда нам эта склейка не нужна. То есть мы можем легко взять и не склеивать эти файлы. Вот. А чтобы сделать такое в Bittrex, нам нужно пойти в настройки, снять галку и прочее. Ну, тут можем написать еще один конфиг, который нам будет просто заливать вот это, подключать эти все файлы одной большой кучей в шаблон. А, ну и опять же существует такая штука, как SourceMap. Она генерируется у нас определенный файлик, который содержит информацию, ну, соотносит наш склеенный файл с той пачкой файлов, которые мы склеили. И в браузере, вот, например, Chrome так умеет, он показывает, где, что, откуда берется. Ну, с SourceMap'ами я в курсе, в общем-то. Я имел в виду обфусцированные версии, которые нет, в одну строку нет. Все это… А минификация, понятное дело, что это мы, когда уже делаем шаблон для продакшн, мы его минифицируем и получаем то, что получаем. Ну, а поддержка после выкатов в продакшн? Ну, смотри, мы имеем два шаблона. У нас есть шаблон dev, где ничего не пожато. И на его основе, на основе вот этого дева, мы генерируем шаблон production, который уже просто работает на сайте, который вообще не нужно править никогда в жизни. Мы делаем все правки в этом в деве и автоматом из него делаем шаблон для прода. Мы не только минификация файлов. Мы там можем сделать оптимизацию изображений, поменять какие-то переменные, ну, что-то там убрать. Есть у нас в шаблоне какой-нибудь дебаг. Мы вместо того, чтобы писать условия, что if user admin, мы будем дебажить, мы просто в шаблоне для продакшн мы просто берем и убираем какой-нибудь регуляркой вот эту строчку с дебагом. Принципиально. Понял, спасибо. Есть, да? Да, друзья, давайте последний вопрос, если есть. Почему отказались от статической верстки и не возникает ли конфликтов между бэкэндерами и фронтендерами? Ну как, у нас компания такая небольшая, быстро развивающаяся.
Поэтому, как сказать, у нас наши специалисты могут и в бэкэнд, и в фронтенд, ну, кто-то в разных соотношениях. Но как бы пока фронтендер может что-то сделать, то есть фронтендер отвечает за отображение. Допустим, бэкэнд-программист делает компонент, компонент нам дает на выходе какой-то массив данных. Вот. Этот массив данных передается в шаблон, и вот фронтендер этот шаблон уже использует под себя. То есть не возникает такого, то, что верстальщик сделал верстку, ее отдали PHP программисту, тот на нее смотрит, типа, what the fuck, что тут такое, как я это буду сейчас натягивать на Bittrex? То есть фронтендер сам знает, что ему приходится иметь дело уже не просто делать какую-то абстрактную верстку, а иметь дело уже с практически, ну, с готовым, с реальным окружением. И то есть уже заранее вот на этом этапе и избавляемся от каких-то таких вот слабых верстальщицких решений, что ну, как-то так. Валерий, еще раз поблагодарим. Спасибо.